Итак, дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Рада вас всех видеть на своем канале Вязание с Татьяной. И сегодня у нас с вами будет очередная распаковка пряжи. Пряжи, которую мы приобретаем в рамках совместной покупки. Информация для новеньких участников и зрителей моих видео. Да, если у вас есть желание присоединиться к нам, вы можете это сделать, перейдя по ссылкам в группу ВКонтакте. Группа ВКонтакте «Вязание с Татьяной». Также есть ссылка под этим видео, видеоинструкция. Я ее записывала специально для новых девочек, которые хотят присоединиться к нам. И там я, конечно же, постаралась собрать все ответы на ваши вопросы. Поэтому, если есть вопросы, пишем мне их ВКонтакте. Также для удобства есть мой номер телефона. Прошу только использовать как WhatsApp. Итак, давайте начнем просмотр, да. Первое, то, что я из огромного-огромного прихода пряжи, который мы сейчас все ожидаем, то, что я достала и буду снимать, то есть вам показывать, это пряжа из Казани. Первый лот, скажем так, от Color City, Умка, 10 моточков, то есть килограмм пряжи по 100 грамм. 100 грамм 200 метров. Такой красивый бирюзовый цвет. 70% овечьей шерсти, 30% верблюжьей шерсти, 1 килограмм пряжи. Далее. Пряжа Гималая Dolphin Baby. Это для любителей такой плюшевой пряжи. Многие им известная пряжа. Лот 80-35, вернее цвет. 100 грамм 120 метров. Это у нас полиэстер, если я не ошибаюсь. Это вот именно для тех девчонок, которые вяжут из такой пряжи. Микрополиэстер, 100%. Красивый сиреневый цвет. Далее, у поставщика из Казани есть наборы Alize Superwash. Сейчас осень, все активно начали вязать носки. И для удобства вот продаются такими сетами. Да? Собран сет из 5 мотков, 2 однотонных, 3 секционных, 100 грамм. 420 метров, если я не ошибаюсь, уже сколько привожу эту пряжу, все время в этих метрах. Да, все правильно, 420 метров. 75 шерсти, 25 полиамид. Всем известные, расцветки разные, естественно. Это у нас лот номер, не знаю какой, по-моему, двоечка. Могу ошибаться, но это я уже потом посмотрю. Обычно они пишут либо какую-то этикеточку, либо маркером рисуют, но здесь вот я не вижу. Но ничего страшного, посмотрим. Дальше. Кенгуру Вул. Это также от Color City. Это по распродаже именно из Казани. Очень много распродажных моделей. И вот мы постоянно привозим с вами распродажу. Почему бы и нет? 500 грамм, 4 мотка по 100 грамм, 2 по 50 грамм. Кенгуру Вул от Color City, также 100 грамм 300 метров, состав 95% шерсть меринос, 5% кенгуру. Из Казани, когда мы делаем заказ, мне достаточно прислать скриншот и все, без номеров. Ну, если вы знаете номер, вы можете написать мне прям номер цвета. Дальше. Color City, золотая коллекция, малинка. Это вот такая вот буклированная пряжа. Также она сейчас идет по распродаже. 100 грамм 160 метров, 75% вискозы, 25% полиэстер. Синий красивый цвет. Вторая упаковка малинки. Своеобразная секционная пряжа. Основной тон белый и идут розовые, серые вкрапления. Добавление ниточек. Будем шуршать, шуршать. Это мы всегда, пожалуйста. Ну, по-другому оно никак не получится. Дальше упаковочка пряжи от Yernard. Yernard джинс бамбу. Очень много я ее привозила. 50 грамм 150 метров, 50 бамбук, 50 акрил. Это цвет номер 118. Далее. Упаковочка козьего пуха. Также от Color City. 60% козий пух, 40% шерсти. По 50 грамм моточки. Килограмм пряжи.
Так. 50 грамм, 240 метров. Еще одна упаковочка Ернат джинс бамбу. Вот в таком цвете. Это цвет номер 112. Дальше. Одна упаковочка Пума по германской технологии, также от Color City. Красный цвет. 100 грамм 700 метров. Достаточно тонкая нитка. 100% австралийский меринос. Дальше. Сет Super Wash. Вот видите, здесь написано Super Wash номер 4. Также вот такие вот цвета присутствуют. Следом идет Alize Diva Plus. Микрофибра. Цвет номер 298. 100% микрофибра. 100 грамм 220 метров. Далее. Одна упаковочка каракульской овечки зеленого цвета. 100 грамм 480 метров. Это также от Color City. 60% шерсть ягненка. 40% кашемир. Дальше, девочки. Так, еще одна упаковочка номер 4 сет. Super Wash. Дальше, кенгуру вул упаковка. Это не черный цвет, это коричневый цвет. Номер 4 Super Wash еще один. Ой. Далее. Белый леопард. Одна упаковочка. Все так же от Color City. Пряжа белый леопард. Это фиолетовый цвет. 5 моточков по 100 грамм. 100 грамм 150 метров. Состав точный, видите, не могу сказать. Махер, кашемир и силк, шелк 30%. Ну, посмотрим сейчас, будет еще. Белый леопард. Вот в таком цвете. Их две упаковки. Бордо. Дальше. Белый леопард в желтом цвете. Две упаковки. Значит, 30 махер, 60% австралийский кашемир, 10% акрил. А здесь 100 грамм, 180 метров. У него бывает разный метраж. Ну, это приятно. Еще одна расцветочка Super Wash сет. Это у нас сет номер 5. Вот такой. А в этот раз достаточно много у меня носочной пряжи. Носочная пряжа Alize Super Wash Artisan. Что-то, наверное, останется на наличии, что-то не останется. То, что на наличии, выложено в группе ВКонтакте. Альбом называется «В наличии». Несмотря на то, что альбом называется «В наличии», это не значит, что вся пряжа в наличии. Нет. Это значит, что там идет активная запись участниц на мотки. И когда я формирую заказ, соответственно, я беру данные все оттуда. Записали, значит, готовы ждать и готовы выкупать. Записались, соответственно, это ваше решение, что вы будете ждать пряжу. Сколько она будет идти, я не знаю. Если вдруг по каким-то причинам вам не нужен стал заказ, я прошу только одного – удалите свои, пожалуйста, записи. Это сделать легко, нажать на крестик. Просто когда я привожу пряжу, да, я провожу колоссальную работу по съемкам, по разбору вот этих каждых моточков. А потом оказывается, что ой, я купила, ой, я передумала, ой, денег нет. Девочки, опять, да, возвращаюсь к старой песне прошлого года. Уважайте, пожалуйста, мой труд, потому что я занимаюсь этим после работы. Сегодня я занимаюсь, завтра я перестану этим заниматься, потому что я просто устану и вымотаюсь.
Поэтому я не сижу сложа руки, я по мере возможности собираю, разбираю, отправляю. Я человек, я могу забыть что-то, если вы не записались. Даже если вы записались, я могу опять же не найти ваш мешок, который лежит у меня пару месяцев, да, и отправить уже чуть позже. Все может быть, и поэтому просто нужно уважительнее относиться друг к другу. Вот и все. Так, отвлеклась я от темы. Alize Superwash Artisan, 75 шерсти, 25 полиамид. 100 грамм, 420 метров. Это цвет номер 11. Две упаковки. Всю вот эту моточную, носочную пряжу я уже стала раскрывать поштучно. То есть мы можем приобретать это по одному мотку. Далее. Alize Superwash. Голубой цвет. Это новинки этого сезона. Весной, если я не ошибаюсь, они стали появляться. Это цвет 432. Далее. Вот такая рыженькая. 433. Наверное, сейчас пойдет только носочная пряжа, потому что я вижу, что у меня здесь ее два мешка получилось. Дальше. Темный цвет. Это 58 цвет. Это темно-синий, девчонки. Дальше. Это у меня 521. Кстати, это из новой серии цветов. Давайте посмотрим, какой он на самом деле. Цвет 521. Он не то чтобы черный, да? Он такое ощущение, вот как будто с переливами, с такими. Видите? Вот именно вот такой, как вы его видите, он и есть на самом деле. Цвет 521. Вот он. Еще, по-моему, один. Да, еще одна упаковка такого цвета. Два. Дальше. 21 цвет. Да, серенький 21. Дальше. Superwash Artisan. Фиолетовый, пожалуйста. Вот он. Я не буду открывать. 44. Две упаковки вот такого цвета. Это цвет 507. Две упаковки. Так, 521 еще одна. Три упаковки. Дальше 666. Одна упаковка. Вот это новый цвет, которого раньше у меня не было. Это бежевый. 431. По-моему, он одна упаковка тоже пришел. Дальше молочный цвет номер 01. Красный цвет. Это цвет номер 57. Если не ошибаюсь. Да, 57 это из старой коллекции. Дальше одна упаковка 798 цвета, малиновый. Одна упаковочка серого цвета, это 836 номер цвета. Так, дальше. 178 цвет, тоже розовый, 178. Далее, 797 цвет, это синий. Дальше пошла секционка. Вот такие моточки. 90-02. Далее. Две упаковки вот в таком цвете. Это цвет 90-01. Очень шикарные носочки получаются из вот таких секционок. Шикарные просто. 90-01. Вот новенькая расцветка, которую я ранее не получала. Это номер цвета 9011. Посмотрите, вот так это выглядит. Вот такая гамма цветовая.
9011. Вот. Очень красиво. Но они все, я вообще люблю носочную пряжу. И просто пряжу люблю, да? Так как мы все с вами вязальщицы. И мне кажется, все любят. Так, 4 упаковки вот этого цвета 9011. Дальше. Упаковочка в таком цвете. Это 9004. Красивый цвет. 9004. Упаковочка 9003. Они примерно одинаковые, но немножко все-таки разные. Еще одна упаковка. Ну, другого цвета, естественно. Это цвет 9006. Коричневые тона. Видите? Вот они. И одна упаковка 9005. Это уже идет серая гамма. Все, девчонки, я показала всю пряжу, которая приехала из Казани. Это три больших мешка. Кажется, как будто мало, но на самом деле это очень даже много. Мне сейчас поматочно разбирать всю пряжу. На этом я заканчиваю свое видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, ровных петелек и пока-пока.